Мы продолжаем нашу работу. Четвертый отборочный бой. В этом бою принимает участие команды Днепр, украинский физмат-лицей, харьковский физмат-лицей номер 27. Я прошу капитанов команд выйти сюда к доске. По традиции, пожалуйста, пожмите друг другу руки. Помните, что вы, хотя и соперники, но вы все-таки единомышленники, вас объединяет самая честная, самая независимая ни от чего наука, самая прекрасная наука физика. Начинаем с команды Днепр. Пожалуйста, капитан команды, представьтесь сами и представьте вашу команду. Добрый день, уважаемая аудитория. Меня зовут Илья Долматов, я капитан команды Днепр из города Днепропетровск. В нашей команде участвуют Евгений Чижняк, Григорий Макадзеба, Никита Жакулин и Шатович Игнатий. Поприветствуем команду. Следующая команда украинского физмат-лицея. Всем добрый день, меня зовут Карасева Таисия, я капитан команды УФМЛ. В моей команде играют Коваль Вадим, Тарасюк Дмитрий, Тычковский Алексей и Тадля Михаил. Наш наблюдатель и руководитель Константин Луценко. Спасибо. И вам слово, команда Харькова. Здравствуйте. Мы команда из Харьковского физико-математического лицея номер 27. Наша команда называется «Человеческий фактор». Я капитан команды Крыгин Сергей. И сегодня в нашей команде играют Чепель Дмитрий, Топчий Полина и Кудах Анастасия. Поприветствуем команду. Ну и по традиции начинаем с конкурса капитанов. Каждому из вас я сейчас дам по листочку и надеюсь, что у вас найдется ручка. Андрей, секундочку, пожалуйста. Так, эту ручку вы будете использовать, она довольно своенравная. Так, запаситесь ручками. Сейчас мы с вами выберем, в каком порядке вы будете выбирать свою роль. Ну, точнее, не выберем, а вы в результате соревнования это сами продемонстрируете. Так, я пойду за реквизитом. Это велосипедное колесо. Пожалуйста, каждый подержите в течение 10 секунд и внимательно посмотрите на это колесо. Можете его пощупать, на вес проверить. Крутится оно или нет? Крутится. Так, передайте, пожалуйста, вашему соседу. Тоже исследуйте внимательно это колесо. Все ли вы увидели? Вроде бы все. Передайте вашей коллеге. Отлично. Все, колесо свою роль выполнило. Я передаю его сюда. Давайте его положим туда, чтобы ребята... Сюда вот отслоните, да, чтобы ребята его не видели. А теперь каждый из вас напишите, пожалуйста, сколько спиц в этом колесе. Велосипедисты это знают. Так, пишем свою команду и сколько спиц в этом колесе. Так, а число спиц там есть? Есть. Так. Колесо в студии. Итак, вот видите, здесь вот есть такой, ну, от счетчика. Я считаю от него. Переднее колесо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два. Что я сказал? Так, ладно. Я так, судя по реакции участника, могу сразу сказать. А вы не хотите проверить? А вдруг хотите? Я просто уже посмотрел раньше. 32, да. Так, 32. Это украинский физмат-лицей. Теперь...
обычно. Харьков, это 20 или 22? 20. Харьков 20. 20. И здесь у нас 64, правильно? 64. Ну, ошибся в два раза. У него глаза двоилось от волнения. Итак, этот первый результат, этот второй результат, и это третий результат. У ФМЛ какой по счету вы будете выбирать вашу роль? Второй. Второй. Харьков, каким по мы счету? Мы выбираем первое. Первое. И здесь третье. Харьков, вписывайте свою команду в ту строчку, мы в которую считаете. Мы выбираем третью строку. Так, рецензент. Человеческий фактор. Передайте, пожалуйста, мел. Все, спасибо команды, присаживайтесь, пожалуйста, займите свои места. Сегодняшнюю встречу судит компетентное жюри, с которым мы сейчас познакомимся. Я прошу членов жюри представиться. Вот, начинаю с вас, пожалуйста. Так, подождите, одну минуточку, команды не готовы к восприятию. Так, ребята. Киев. Пожалуйста, послушайте, кто вас будет судить, а то потом будете жалеть, что не знаете, кто виноват в тех оценках, которые вы получили. Итак, пожалуйста. Майзель Захар Александрович, доцент кафедры теофизики Харьковского университета имени Кразина. Поприветствуем. Вам слово. Я приветствую Владимир Моисеевич, старший преподаватель кафедры природных и научно-педагогических наук Одесского института повышения квалификации. Александр Леонидович Камин, Харьков, школа Адарина. Сейчас Виктор Яковлевич, Белгородский лицей. Соколов Евгений Петрович, Запорожье, Запорожский национальный технический университет. Рогова Никита Антонович, студент НТУ КБИ, второй курс. Ну, сегодняшнюю встречу, как, впрочем, и все в этом кабинете, веду я, Виктор Павел Андреевич, Решелевский лицей. Спасибо. Ну что ж, займемся делом. Сейчас команда оппонента будет вызывать команду докладчика на одну из задач, которая удовлетворяет вот этой системе отказов, системе запретов. В роли оппонента выступает Днепр, в роли докладчика Украинский физмат-лицей. Итак, Днепр, кого, на какую задачу вы вызываете киевлян? Так, минута на вызов. Решайте. Ребята, решайте, а то киевляне волнуются. Мы предлагаем задачу номер 17, еще быстрее. 17-я задача принимается. 5 минут на подготовку к выступлению. Да нет, один просто перепечатан. Ну да, я ошибся.
опыта, ну? Так, есть картинка на экране. Так, давайте я чуть-чуть так подвину. Сейчас мы выправим. Сейчас. Неполадка. Неполадка. Выправляйте. Ничего, что мы видим эту неполадку на экране? Да ничего страшного, все классно. Ну, отлично. Так и мая будет. Извините, у нас еще есть время на подготовку? Да, есть. Можете есть. Отключить? Отключите это. Я отключаю. Зачем? Не знаю, показать все. Зачем? Так. Финальная версия. Да, это финальная версия. Видосик в архиве. Какой видосик? Так, давайте я зачитаю условия задачи, потом мы запустим. Все, что должно упасть раньше, не сейчас. Так, хорошо. Итак, докладывать будет Киев задачу номер 17. Я читаю условия. На каком языке был доклад? На русском. На русском. Еще быстрее. Эпиграф. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Михаил Матусовский. Веревочная лестница состоит из деревянных перекладин, наклоненных поочередно в противоположные стороны. Подвесьте ее вертикально и затем отпустите. Когда такая лестница падает на горизонтальную поверхность, ее верхний конец начинает двигаться вниз быстрее, чем это происходит при свободном падении. Объясните это явление и исследуйте, как оно зависит от управляющих факторов. Докладчик, пожалуйста, напишите фамилию, имя на доске. Ну, у нас такая традиция, потому что картинка поменяется, а членам жюри желательно видеть ваши имена все время. Тычковский Алексей, украинский физмат лицей. А, правильно. Так. Забыл, как... А я на украинском писал, просто я не дочитал. Ну хорошо. Так, время пошло, у вас 12 минут. Пожалуйста, приступайте к докладу. Так, здесь давайте я постою, буду показывать. План доклада. Рассмотрим задачу на примере падающей нитки. Рассмотрим помехи. И дальше рассмотрим, почему лестница с косыми ступеньками будет падать быстрее, чем лестница с параллельными ступеньками. Также мы рассмотрим, почему лестница ускоряется, то есть вопрос задачи. И формуле значения изменения скорости. На практике мы просто сделаем лесенку, попробуем скинуть. Также мы будем скидывать две параллельные лесенки, и при том одна будет падать на стол, а другая на пол. Также будет падать одна из параллельными ступеньками и одна из кривыми, косыми ступеньками. И также две из кривыми, одна на стол, другая на пол. Модель задачи с ниткой. Рассмотрим две нитки, одна из которых падает на стол, другая мимо. Теоретически рассчитаем, какая из них упадет быстрее. Пусть длина нитки L, масса на единицу длины P и скорость V. Рассмотрим перемещение X. Прошу прощения, у меня здесь ошибка. Тут P, L, V квадрат должно быть. Это... Не P, там ρ, наверное. Так, жюри молчит. ρ, L, V квадрат в первом уравнении. Отсюда получим V, и, извините, там же еще делим мы не на X, а на L. Получим V, заданное от X. Используя его, мы можем построить график зависимости перемещения от времени. Тогда сравним его с перемещением второй нитки. Получим, что в идеальных условиях нитка на стол упадет раньше, чем мимо него, поскольку чем... сейчас. Скорость будет ускоряться по... под действием того, что нитка будет падать на стол. Однако это не является правдой. На нитку, падающую на стол, действует сила нормальной реакции опоры, а также она отдает часть своего импульса и энергии столу. Вследствие этого в реальности нитка на стол будет падать медленнее, чем мимо него. Также играет роль сопротивление воздуха и энергия, которая идет на смятие нитки. Две лестницы. Рассмотрим две лестницы, падающие на стол.
одну с косыми ступеньками, другую с параллельными. Тогда первая будет падать быстрее по нескольким причинам, которые стоят в разности величин помех. Энергии на смятие нитки уходит меньше. За каждую падающую на стол ступеньку умнется лишь одна нитка. И сопротивление воздуха меньше. Оно зависит от площади, на которую падает ступенька, от площади проекции ступеньки на плоскость параллельную полу. Так как у нас в параллельной нитке это будет площадь равняться длине нитки, умноженной на диаметр, а в случае с косой ступенькой это будет синус угла, под который, извините, косинус угла ступеньки лесенки относительно поверхности, умноженный на длину лестницы, умноженный на диаметр, собственно говоря, лестницы. Почему лестница ускоряется? Рассмотрим это на примере линейки, которая одним концом соприкасается со столом, а второй держится в воздухе до некоторого момента. После того, как мы отпустим линейку, линейка начинает вращаться вокруг нижнего конца. Причем центр масс двигается с ускорением немного меньше v из-за n, но второй конец будет двигаться с ускорением, превышающим v, из-за неравномерного размещения mgh, так как у нас один конец лежит в n-столе. Почему лестница ускоряется? В случае, предоставленном в условии, происходит аналогичная ситуация. Второй конец каждой ступеньки будет стремиться к тому, чтобы двигаться со скоростью больше, чем v. Извините, с ускорением. Что будет ускорять лестницу? Для простоты допустим, что вся энергия, выделенная после соприкосновения конца ступеньки с полом, пойдет на ускорение лесенки. Формульное значение изменения скорости. Пусть для первой ступеньки скорость до столкновения с столом равняется v, после u. Тогда nmv квадрат поделить на 2, n это количество ступенек, плюс nmvh на 2 равняется n минус 1 на mu квадрат поделить на 2. N минус 1, потому что уже одна ступенька упала на пол, и она уже не двигается. Тогда за каждую ступеньку квадрат... Да, и мы преображаем форму и выводим, чему будет равняться u квадрат. И мы видим, что u будет больше, чем v. Тогда за каждую ступеньку квадрат скорости, кроме увеличения на vr за счет падения, умножается еще на n деленное на n минус 1, что и дает увеличение в скорости. Теория. Кроме этого, ступеньки падают, опираясь одним концом на стол, а другой подвешенный конец ускоряет движение. Угловое падающей ступеньки задается как вообще угол альфа, умноженный на инерцию, равняется моменту силы на r косинус альфа, где r – это половина длины ступеньки. Также мы можем посчитать ускорение как ускорение свободного конца доски в нисходящем направлении а и равняется альфа на l на косинус тета. Итого ускорение равняется mvr l косинус квадрата тета на i, где r половина длины ступеньки, и инерция l длина ступеньки, m масса ступеньки, а тета угол между ступенькой и столом. Эксперимент. Извините за качество. Как мы видим, на эксперименте мы подтверждаем то, что в случае с лесенкой, которая падает на стол, извините, на стул, она будет падать быстрее за счет того, что я и описал в этой презентации. А еще раз можно? Да, можно. Левая на стул? Да, левая на стул. Да, левая. И выводы. В свободном падении натяжение исчезает. Гравитация потянет вниз всю лесенку целиком. И в момент свободного падения перекладины друг для друга ничего не весят. Следовательно, не могут натягивать веревку, так как, то есть в момент падения лестница не натянута. Вся суть заключается в том, что перекладины находятся под углом. И как бы ускорение, с которой будет падать последний...
скорость, с которой упадет последняя лесенка, будет зависеть от количества ступенек и от угла, под которым расположены ступеньки относительно поверхности, на которую они падают. Если по спокойно лежащейся палке пнуть с одного конца, то другой конец тут же метнется в противоположную сторону. Именно этот противоположный конец перекладины чуть натягивает веревку. И так каждая перекладина чуть ускоряется при падении всей лестницы. Соответственно, чем раньше перекладины стали натягивать веревки, тем выше оказалась итоговая скорость. Этот эксперимент является следствием из эксперимента Галилея про линейку и шарик на ней, где падает одновременно и линейка, и шарик. В теории они должны упасть одновременно, но за счет того, что линейка уже один край стоит на столе, другой конец линейки будет падать и с ускорением немножко больше, чем же, и из-за этого линейка падает быстрее. Спасибо за внимание, доклад окончен. Доклад окончен, поблагодарим докладчика. Теперь уточняющие вопросы в течение 2 минут задает команда оппонента. Пожалуйста, оппонент. Ваши уточняющие вопросы. А можете открыть просто форму, где вы с энергиями делали? Расписывали, да? Да, расписывали энергию. Извините, сейчас. Это? А, нет, я понял, да. Ну, это потом тоже. Это? Да, нет, предыдущую. Следующий, там, где У. А, там, где У, да. А где энергии? Я понял, да. В другую сторону. Вот. Да, вот, спасибо. Да. Можно ту форму, которую вы открыли первый раз? Да, хорошо. Извините, пожалуйста. Спасибо. Если вопросов больше нет, тогда докладчики могут присоединиться к своей команде. И 2 минуты команда оппонента готовится к выступлению. Время. Оппонент, пожалуйста, выходим к доске. Не надо. Я сам.
Так, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Шаталович. Игнат Шаталович. Так волнуется, что не может написать свое имя. Но это объяснимо. Сейчас бой самый трудный, пожалуй. Так, Игнатий Шаталович, у вас 5 минут, пожалуйста. Отлично. Добрый день, меня зовут Игнатий Шаталович, как вы это уже можете видеть на доске. Я представляю команду Днепр и лицей информационных технологий. Хочу поблагодарить Алексея за проделанную работу, за исследование в этой области. Оно мне показалось очень интересным. Он рассмотрел модель лестницы, рассказал, почему лестница ускоряется. Также он провел свой эксперимент, где параллельно показывал лестницу, которая падает там, где параллельно. И также он показал эксперимент, и видео мне тоже очень понравилось. Также он учитывал, как он говорит, сопротивление воздуха. Все. Ну, как всегда, есть также и минусы работы. Первый минус. Ваша презентация содержит очень много текста, и, скорее всего, она была предъявлена не зрителям, а вам, лично вам. То есть я не считаю, что эта презентация представительна. Ну, лучше, чтобы там было больше каких-то схем и графиков. Дальше. Проводили ли вы эксперименты? Ну, вы провели демонстрацию. То есть вы показали демонстрацию эксперимента. Ну, что так есть, да. А проводили ли вы эксперименты? Ну, как видно из доклада, экспериментов не было дополнительных. С учетом, например, разных факторов. Вот. Спасибо. Доклад окончен. Так, это было оппонирование. Теперь мы переходим к дискуссии между оппонентом и докладчиком. На это у нас 3 минуты. Да, вы сказали, что у меня не очень представляется презентация. Возможно, громче говорить. Да, хорошо. Вы сказали, что у меня не очень презентабельная презентация. Возможно, это так, но я пытался сделать ее максимально читабельная и понятная для всех окружающих. Насчет экспериментов дополнительных, которые вы говорили. У меня есть эксперименты из параллельными ступеньками, из другие эксперименты, также с кривыми лесенками. Есть эксперимент с ниткой, который я писал. Я могу вам сейчас показать, если вы хотите. Ну, это вообще должно быть в презентации. Извините, в презентации был вопрос об кривых ступеньках. У меня есть один эксперимент, который это описывает. Я вам его показал. Если вы желаете, я могу вам еще показать эксперимент. Хорошо, вот вы говорите, что он связан с углом. Вы проводили расчеты с разными углами? У меня в ускорение входит угол. Да, но вы проводили эксперименты. То есть эксперимент, вы взяли, например, разные углы лестницы, например, там занесли это в график, показали, например, зависимость. Да, вот мой эксперимент подтверждает мою теорию. Или такого у вас не было? Да, такого не было, но... Ну, к сожалению, это тогда минус вам. Дальше, вы вначале упомянули, что вы сопротивление воздуха. Да, мы не учитывали его, поскольку он очень приближительно мал в этой ситуации. Хорошо. Есть ли еще какие-то аргументы, вопросы, возражения? Да. Судя по всему, нет. Тогда дискуссия завершается, и мы предоставляем возможность рецензенту задать уточняющие вопросы. Рецензенты, у вас 2 минуты на уточняющие вопросы в адрес как докладчика, так и оппонента. Оппонент, куда вы убежали? Подождите. Оппонент, вернитесь, пожалуйста. Во, оппонент вернулся. Так, теперь вот можно спрашивать. А вот у вас там в одной из формул, а именно А равно альфа L косинус тета. Вот есть некий коэффициент альфа. Можете объяснить его физический смысл и сказать ему размер? Сейчас. Да, я ясно, где он. Да, вот здесь.
сейчас. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Да, извините, вот я на этом вопрос ответить не могу сейчас. Ну, я знаю следующий вопрос. Да. Вы оценивали, вы учитывали силу сопротивления воздуха, да? Нет, я не учитывал. Я сказал, что она убивает. Больше нет вопросов? Так, вопросов больше нет. Тогда одна минута на подготовку рецензии. На подготовку рецензии. Підготовка до рецензування. Одна хвилина, извините. Це рецензія, шановний. Я вибачаюся. Нічого. Ми усі хвилюємося. Время. Рецензент, вам слово. Пожалуйста, к доске. Начнем с того, что мы попросим рецензента представиться. Напишите фамилию на доске. Кутах Анастасия, рецензент команды «Человеческий фактор». У вас две минуты. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Я рецензент от команды физико-математического лицея номер 27, а «Человеческий фактор», и меня зовут Кутах Анастасия. Сегодня я буду рецензировать доклад и оппонирование по задаче «Еще быстрее». Итак, для начала я бы хотела от лица всей команды поблагодарить и докладчика, и оппонента за проделанные ими работы. И давайте, собственно, перейдем к оцениванию. Мы увидели структуру доклада, то есть было наличие плана и теоретической части. Но докладчик сказал, что у него присутствует эксперимент, то есть назвал это экспериментом. Но наша команда так не считает, так как в ходе эксперимента вы должны какие-то изменять параметры и высчитывать их, и вообще вы должны получать какие-то численные оценки. Но мы увидели только наблюдение. Что я хочу сказать, также было наличие качественного объяснения. Вы рассказали о просто падающей нитке и также об одной дощечке. Что касается теоретических выкладок, то нам было не все понятно, но это будет еще обговорено в ходе полемики. И также складывалось такое ощущение, что вы не до конца разобрались в задаче, так как было много текста, во-первых, очень мелким шрифтом, и вы читали. И вы также не смогли ответить на поставленные вам вопросы. И такое ощущение, вы не разобрались в задаче. Что касается оппонента, то он сначала отметил, что присутствовал эксперимент, но потом исправился, что это таки не было экспериментом. Также он спросил о сопротивлении воздуха, что мы считаем положительной стороной, и он подметил некоторые отрицательные стороны доклада, но хотим сказать, что он использовал малую часть времени от своего оппонирования. И также он говорил о схемах и графиках. Но какие могут быть схемы или графики, если нам даже не было предоставлено экспериментальной части? Время. На этом мое рецензирование окончено. Спасибо за внимание.
Спасибо. Теперь мы открываем полемику между докладчиком, рецензентом и оппонентом. 5 минут только здесь и еще 5 минут с участием команд. Так, про вопрос, который вы говорили, альфа, извините, у меня и на слайде было написано, что альфа – это угловое ускорение падающей ступеньки. Я просто не совсем корректно понял ваш вопрос. По поводу эксперимента. Да, у меня только эксперимент с одним углом относительно поверхности. Да, я признаю, что это минус моей презентации. Но я хочу сказать, что я не мог сделать больше экспериментов из той причины, что сам процесс делания этой лестницы занимает очень много времени, и я просто не могу, у меня просто не было такого количества времени. И из-за этой же причины не было графиков, да, но я показал в эксперименте то, что это действительно так, и лестница... Но вы не предоставили эксперимент, это не был эксперимент. Скажите, пожалуйста, чем отличается эксперимент от демонстрации, по вашему мнению? Это было просто наблюдение эффекта. По моему мнению... извините. В эксперименте мы что-то замеряем и что-то записываем, ладно. Что у вас было замерено в вашем эксперименте, как вы говорите? У нас в эксперименте было 10 лесенок, 10 ступенек, насколько я помню. А вы меняли какие-то параметры? То есть эксперимент предполагает, что вы берете несколько параметров, несколько раз делаете измерения с каждыми параметрами, тогда вы выводите уже какую-то зависимость, чтобы подтвердить вашу теорию. Вы согласны с моим мнением? Да, я согласен. У меня еще такой вопрос. Да. Существует ли какая-то ограниченная скорость падения этой лестницы? Извините, я не учитывал этого вашего вопроса, и у меня нет ответа на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда, а вот угол, есть максимальный или минимальный угол, при котором этот эффект будет, можно еще будет увидеть и не можно будет увидеть? Как вы считаете? Я считаю, что если угол альфа, тот, который между ступенькой и поверхностью будет больше нуля, то это можно будет увидеть, поскольку я это расписал. Так, если он будет в ноль, то тогда будет тот самый случай, что есть параллельная лестница, поскольку это она не будет. А можно еще такой вопрос? Да. Получается, чем больше этих самых ступенек, тем больше скорость? Да. Вот. Если их бесконечно увеличивать, то скорость тоже будет бесконечно расти в вашей теории. А существует ли какая-то предельная, или что на это влияет? На это я только не могу ответить. То есть у вас параметры только угол, и все, да? Еще. Это зависит от угла и от количества ступенек, как я уже сказал. А вы рассчитывали какое-то оптимальное количество ступенек? Нет. А к чему еще можно спросить? Был вот этот рассказ про падающую нитку просто, без ступенек. Мы это не совсем поняли. Это чтобы ввести вас в курс задачи, это похоже... Скажите, пожалуйста, тогда что похожего между этой ниткой и вашей лестницей? Извините, там была не совсем нитка, там были бусинки, а между ними тоже было какое-то расстояние на нитке. Мы считали, что эти бусинки – это ступеньки, Не знаю, как еще объяснить это лучше. Извините, мы имеем лестницу, которая связана между собой двумя нитями. И там происходят совершенно другие процессы. Да. И лестница, наоборот, падает быстрее на стол. А в случае с нитками мы наблюдаем другой эффект. А какое это отношение имеет к данной задаче, к данной конструкции лестницы? Показать, что именно особенности у лестницы в этом. Извините, а можно, пожалуйста, вернуть вашу формулу? Какую? Там, где энергия у вас расписана. Да. Спасибо. Так, я так думаю, что можно подключать команды. Если в командах желающие что-то сказать. Первым мы подняли руку вот здесь, пожалуйста. Вот сразу же насчет этих энергий. Вы записываете закон сохранения энергии. А какое соударение у вас ступеньки лестницы с плоскостью? Извините. Если у вас неупругое соударение, вы не можете писать закон сохранения энергии. Вам нужно учитывать ту энергию, которая передается, которая теряется по неупругом соударении. Так я вроде где-то писал, что мы этого не учитываем. И для упрощения считаем, что все перейдет на ускорение. То есть вы считаете соударение упругое? Да.
Хорошо. Еще вопрос. Вот я правильно понимаю, что ваша ступенька лестницы... Как выглядит у вас ваша ступенька лестницы? Сейчас. У нас была изначально круглая палка с определенным диаметром, около 1 сантиметра. Хорошо. Вот у вас там есть такой физический параметр, как момент инерции. Вы пробовали его оценивать численно для этого стержня? Нет. Хорошо. Так, пожалуйста, команда доклад. Подождите, нет, вот там первое около. Я хочу ответить на вопрос, почему у нас не будет скорость бесконечная. Потому что для больших скоростей, когда у нас уже действительно лестница падает с большой высоты, у нас уже будет достаточно большая скорость, чтобы сопротивление воздуха уже не было пренебрежимым уровнем. И за счет этого, именно за счет этого, у нас существует ограниченная скорость для свободного падения. Там, по-моему, вы знаете, что он существует, что если с 10 км падает какое-то тело, он не будет разгоняться там до огромных скоростей. Хорошо. Там, по-моему, километров 400 сейчас. Тогда такой вопрос, а какая может быть максимальная скорость? Приблизительно хотя бы. Для лестницы падающей? Да. Мы это не изучали. А вы рассчитывали как-то оптимальные подождите, параметры? Подождите. Сейчас я время уже команд. Пожалуйста. Так, один такой момент. Можете, пожалуйста, как вы считаете, ускорение каждой последующей падения, ускорение всех ступеней будет одинаковое, или они будут или оно будет увеличиваться с их количеством? Одинаковое. Смотрите, у нас та ступенька, которая была перед этим, она уже не участвует в процессе падения, она уже энергию свою отдала на ускорение, и процесс повторится следующей ступенькой. А просто вместо V мы уже подставляем U и так дальше. Именно на этом основываясь, вы сказали, что угловое ускорение с складыванием ступенек будет так одинаково? В принципе, да. Это скорее такой уточный еще. Так, пожалуйста. Можно на слайде там хоть все наскрепиться? Да, конечно. Откуда вы считаете угол? Угол между ступенькой и столб, то есть между горизонталью и ступенькой. Вот ступенька, вот поверхность, на которую она падает. Понятно. Вам слово. Можете, пожалуйста, сейчас назвать, какие все-таки управляющие параметры тут участвуют во время падения лестницы? Управляющие параметры, которые зависят от скорости. Количество ступенек и угол относительно горизонтали, что я уже назвал. И все. Основные, да. Спасибо. Так, пожалуйста, вам слово. Вы говорите, что угол это угол между столом и ступенькой. Значит, когда ступенька падает, вертикально и соприкасается со столом, то по вашей формуле у верхней точки ускорения не будет? Извините, мы не учитывали угол 90 градусов. Я спрашиваю про вашу формулу. В вашей формуле значение будет 0? В нашей формуле сейчас. 90, извините. Будет практически 0? Получается. Стоп, извините. Одну минуту. Так, может, команда может помочь, пожалуйста. При куті 90 градусів, коли ми враховуємо, що вона не буде відскакувати, а отже всю енергію буде передавати на прискорення, то так дійсно вона просто стане вертикально по нашому плану. Можно тогда вот еще раз, если тогда 0, вот если 0, да, то есть параллельно, вот, у вас косинус угла единица, если угол 0. То есть получается, будет ускоряться больше всего при параллельном падении, когда у вас просто обычная лестница. Извините, 180 у нас будет приравниваться к нулю, поскольку у нас относительно горизонтальный угол. Да? Вот, функция косина изменяется от минус единицы до единицы, да? Да. В единице в нуле. Вот ноль. Ваша ступенька, вот то, на что она падает. Мы учитываем формулу для острого угла. Так почему вы не сказали это в докладе? У вас не было это учтено? Да, этого я не сказала. Это моя ошибка. Так, вам слово, пожалуйста. Уважаемый докладчик, вот вы описывали большую часть энергетически. Можете конкретно вот сейчас рассказать подробно? То есть вот мы находимся в системе отсчета пола, на который падает лестница. Вот у нас есть одна перекладина лестницы и к ней 4 веревочки. Можете сейчас нам рассказать, куда направлены силы, действующие на эту перекладину лестницы, какие они, как-то их описать качественно? В принципе, да.
У нас есть ступенька, на нее действует сила МЖ. Можете даже нарисовать? Я могу и так рассказать. На нее действует сила МЖ, и когда, как я уже описывал в эксперименте, ну не эксперименте, а в примере с лесенкой, край ступеньки лесенки, который будет возле стола, и другой край будет уже ускоряться из-за ускорения больше, чем МЖ. И из-за этого как бы эта энергия будет переходить в нитку. Время истекло, к сожалению. Вот докладчик, он все сказал, что мог. На ваше выступление времени, к сожалению, не остается. Уже все. Будем следить за временем. Протокол есть протокол. Вам предоставляется заключительное слово. Спасибо докладчику, оппоненту. Спасибо рецензенту за проделанную ими работу. Да, я понимаю, что моя презентация получилась не очень презентабельной для окружающих, поскольку у нее было много текста. Я учусь то те ошибки, которые я допустил во время этого доклада. Также то, что я не сказал про то, что мы учитываем, что угол острый. Я думаю, что эту задачу я... Ну, на суть задач, на главный вопрос задачи я ответил. Да, был минус тот, который заключался в том, что не было графика в зависимости от угла, поскольку лестница, допустим, из... Та, которая была в эксперименте, я ее делал 4 часа, и как бы это очень длительный процесс, и я не мог просто делать еще другие листья. Все. Спасибо. Теперь уточняющие вопросы жюри, пожалуйста. У членов жюри есть вопросы? Пожалуйста. Вопрос докладчику. Можете назвать параметры вашей лестницы? Какие размеры палки, с какой высоты она падала? Да, какое она расстояние падала... от планки до планки? Расстояние, извините, у нас была кривая лесенка, поскольку и расстояние от планки до планки здесь было приблизительно 4 сантиметра, и здесь аналогично приблизительно 15 сантиметров. А можно посмотреть на эту лестницу? Я могу просто видео? Видеть. А на лестницу посмотреть? Лесенка как бы, она в Одессе, но не здесь, а в общежитии. Я ее с собой не брал как бы. Так как не видел это... Второй вопрос. Вот у вас есть формула, связывающая скорости. Да. У вас что, из двух ступенек лесенка? Нет. А есть формула, сколько у вас было ступенек? У меня было 10 ступенек. Есть у вас формула для 10 ступени? Которая... Я это по энергии вроде рассчитывал. Так вот. Где? Вот хочется по посмотреть. Я не по энергии вторую ступеньку, ну, скорость вот, второй ступеньки я вижу. Да, где вот. Скорость 10 ступени? Так, мы так для каждой следующей ступеньки рассчитываем. Смотрите, после того, как первая ступенька упала, мы считаем, что V равняется так, U. И хорошо, новое я U. Все понял. Скажите, какая у вас была скорость 10 ступеньки реально в вашем опыте? Извините, я это не просчитывал. Так, если еще у жюри уточняющие вопросы, пожалуйста. Вас сначала к докладчику. Скажите, пожалуйста, вот в двух словах, качественно, почему ускоряется лестница? Потому что у нас ступеньки относительно поверхности, на которую они падают, находятся под определенным углом альфа. И, как я уже говорил, когда ступенька начинается одна сторона ступеньки дотронулась до поверхности, другая начинает ускоряться с ускорением больше, чем же. И таким образом вся лесенка тоже начинает ускоряться. И эта энергия переходит в ускорение лесенки. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот к оппоненту, теперь рецензенту, вы согласны с этим качественным объяснением? Причина? Не точность расчета, там, теор модели или эксперимента, а просто вот качественное объяснение. Поэтому ускоряется лестница? Оппонент. Нет, я не согласен. Хорошо, и рецензент? Ну, или в чем неточность, если вы можете конкретизировать, или в чем неправильность? Это не вопрос. Ну, если вы не согласны. Лестница разгоняется из-за того, что... Ну, это просто... То есть, я могу сейчас представить свою модель? Нет, я же спрашиваю, именно в этом объяснении, есть ли ошибка в этом объяснении? Ну, вы не согласны, да, рецензент?
Вы согласны? Или может команда, я не знаю, как хотите. Вы хотите задать уточняющий вопрос? Кому? Члены жюри? Ну, пожалуйста, задайте. Правильно и качественно в общем или в этой модели? Нет, ну, у явления есть причина, правильно? В настоящем времени или в модели, которые представлены? В настоящее время. Не, ну, в принципе, я могу продемонстрировать свою модель? Не, я объяснить, почему она работает. Не, ну в этом я не могу сказать, как все-таки. Но я обращусь к команде. Команда. По-моему, они развели руками, да? В общем, чем так, мы согласны. Так, пожалуйста. Будьте добры. Между нитками. Для одной и другой ступеньки расстояния одинаковые. Да. И верните там формулы. Какие именно? Там, где момент инерции у вас фигурирует. А, да. Ага. Да. Вот здесь вот. Вы последнюю формулу проверяли размерность? Извините. Что-то не так? Я подставил альфа из первой формулы во вторую. Получили МВ. R, L, косинус квадрата. Хорошо, а в первой формуле размерность? Ускорение равняется... Ну, вроде все как-то... Извините. Нет, не проверяем. Можем переходить к следующему вопросу, да? Так, есть ли еще вопросы у членов жюри? Судя по всему, нет. Тогда поблагодарим команды за работу. Ребята, спасибо вам. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Члены жюри выставляют оценки в протоколы. Итак, оценки занесены в протоколы. Команда ОФМЛ, вас интересуют ваши оценки? Тогда, пожалуйста, послушайте. Первая оценка за доклад. Докладчик команда Украинского физико-математического лицея. Оценки. Что бы такое выбрать? Нет, я забыл, как цифра называется. 4. 3, 5, 5, 5, 4. Спасибо. Вторая оценка – оппонент Днепр. Его оценки. 5, 4, 6, 7, 7, 6. И третья оценка – человеческий фактор, рецензент. Оценки. 7, 5, 7, 7, 8, 7. Пожалуйста, члены жюри, прокомментируйте ваши оценки. Пожалуйста. По поводу доклада, ну, проблема не в том, что не было эксперимента или не было теории. Проблема в том, что вообще объяснение по сути неправильное. Вот даже та попытка, она была совершенно неправильная. Мне показалось на мгновение, что вы вот теми вопросами про неупругий удар начали понимать, в чем проблема. Ведь посмотрите, энергия просто, вот то, что было написано, что энергия всей ступеньки, вот она увеличилась, перешла в кинетическую, но передалась потом, вот этот множитель nn-1, это просто множитель, который берется от того, что вы передали ту же самую энергию, просто меньшей массе лестницы. Вот то, что сказал нам докладчик. И это объяснение совершенно неправильное, потому что энергия ни в коем случае не передастся тем ступенькам. Вот. И ну, поэтому, собственно, и оппонент, и рецензент должны были в первую очередь обсуждать вообще причины того, что происходит.
Даже вот то, что вы говорили потом слова про ускорение больше, чем G, это правильно, но даже это не является причиной этого явления, к сожалению. Вот поэтому оценка за доклад, соответственно, такая низкая, ну и оппоненту-рецензенту тоже уже очень высоко не получилось поставить. Так, пожалуйста, комментируйте оценки. Крайние были, тройка была, да? Да. Может, но пару слов скажете? Опять говорилось об эксперименте, эксперимента не было, были демонстрации. Объяснялись причины не совсем верно. Рецензенты и оппоненты задавали вопросы, и качественных ответов не было. Спасибо. Я так понял, у меня докладчику средняя оценка 5, а, наверное, рецензенту высокая оценка 8. Ну, я бы здесь так сказал. Когда хороший доклад, то докладчик дает возможность хорошие баллы заработать и оппоненту, и рецензенту. Но здесь, к сожалению, конечно, докладчик не очень тему раскрыл, поэтому от оппоненту было не очень-то и легко. Я ему поставил, по-моему, 7. Ну, а если послушать рецензента и его задачу, не решить задачу, не сделать доклад, а описать то, что происходило, как бы. Сделать, как говорят журналисты, не отчет, а, ну, в общем, рассказать, что происходило. Я думаю, рецензент правильно описал, что сделал докладчик, что сделал оппонент. Спасибо. Ну что ж, первая задача отыграла. Теперь перед тем, как мы перейдем ко второй задаче, я должен сделать некоторое объявление. Вы знаете, что в правилах турнира есть определенные изменения, касающиеся последнего отборочного боя. В этом бою будут играть те задачи, которые вы любите больше всего, которые вы решили лучше всего. Значит, в каждой из команд, пока что еще неизвестно, как говорится, кто будет какую задачу докладывать. У нас еще две задачи сегодня будут играть. Но к концу боя нужно, чтобы каждая из команд написала свою любимую задачу, которую она хотела бы докладывать, и затем еще две запасных в порядке убывания привлекательности с вашей точки зрения. К концу этого боя, то есть сейчас мы сыграем задачу, потом будет перерыв, вы можете подумать об этом. Потом мы сыграем еще одну задачу, и к концу боя нужно будет, чтобы вы сдали мне вот такой рейтинг задач. Какая задача нравится вам больше всего, и вы хотите ее доложить. Какая задача тоже очень хорошая, но немножко похуже. И какая задача будет у вас в вашем внутреннем рейтинге на третьем месте. Счетчик, мы можем что-то здесь записать? Да. Пожалуйста, подойдите ко мне и продиктуйте оценки. За доклад, оппоненту и рецензенту. Павел Андреевич, я на минутку убегу. Сейчас. Пожалуйста. Итак, за доклад. 13,8. 13,8. Оппонирование. 12,4. 12,4. Рецензирование. 7,2. 7,2. Спасибо большое. Команды, посмотрите, какие баллы у вас. Можете проверить, если что-то не так, скажите нам. Мы переходим к следующей задаче. Следующая задача: в роли оппонента выступает команда «Человеческий фактор», в роли докладчика команда «Днепр». Пожалуйста, «Днепр», на какую задачу вы хотели бы вызвать ваших соперников «Человеческий фактор»? Сейчас, докладчик Днепр, да. Человеческий фактор. На какую задачу вы будете вызывать ваших коллег? Пожалуйста, ваши предложения. Мы вызываем на задачу номер 9, ударающий удар. Извините, задача уже была доложена. Да? Да. А можете продиктовать задачу, которую нельзя? Вот написано на доске слева. 5, 9, 13. 5, 9, 13 задачи уже были доложены. Задача номер 15, бульон. Вы принимаете? Приняли или нет, не знаю, вот молчал. Подожди, не слушайте его. Он не сам, иди отсюда.
Так, минута на размышление. Прекрасно. В таком случае готовьтесь к выступлению. У вас для этого будет 5 минут. Да. А сколько времени тебе готов? 5 минут. Так, ребята, давайте сюда компьютер, наверное, подключим пока что. Можешь пока курс? Курс с этой стороны, да, чудесно. Так, ждем. Да, сделайте вот так, конечно. Сейчас это я не понял. Подождите, можно секунду? Тебе, если что, я набрал. Если ручки нет? Ручки нет. Если что, набрал. Так, пошла картинка, только что была. Да, вот, сейчас мы должны... Сейчас написать. Да, меня не пришли. Можно, собственно, ассистировать? Ну, переключать с вами. Да, вы будете ассистировать, да, вы не есть докладчик. Да, молчу. Хорошо. Кстати, вы можете даже сесть. Ух ты. Благодарю. И себе это делать. Так. Вы подождите, я должен зачитать условия задачи, и не все члены жюри вместе. Итак, задача номер какой? 15. Задача номер 15. Бульон. Исследуйте, как меняется форма и размеры масляных капель на поверхности раствора воды при добавлении в воду спирта. А как меняется форма водяных капель на поверхности масла при добавлении в них спирта? Докладчик. Жакулин. Никита Жакулин. Я не могу пока что начинать ваш доклад, позволить вам начать доклад, поскольку отсутствует один член жюри. Давайте немножко подождем, вы пока сосредотачивайтесь. Можно, вы пока есть время? Поговорить, пожалуйста, поговорите. И громко. Ждем-с. Много я сочетаю. Две на самом деле. Три. Вот одна, и вон вторая. А, это просто личное. Я понял, да. Понял. Thank you.
Бульон через Е. Бульон. Это украинская. Перестанься на русскую. Я возьму бульон. Хорошо. Чем бульон спирт? Потому что я забыл. Спросил ее. Мы тут скучаем уже без вас. Так, все члены жюри на месте. Докладчик себя уже назвал. Все готовы. Начинаем. У вас 12 минут, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, я Жакуля Никита. Я представитель команды «Днепр» из лицея, лицея информационных технологий. И моя задача была бульон номером 15. Условия вам уже продиктовали. Ну, для начала рассмотрим случай, когда мы только добавили каплю масла в воду. Капля масла у нас на воде не растворяется, и при равновесии она принимает форму линзы. Сначала можно заметить, что капля масла постепенно расплывается. То есть это происходит из-за того, что коэффициент поверхностного натяжения у воды больше, чем коэффициент поверхностного натяжения у масла. И после... Дальше, после равновесия, когда у нас уже капля принимает масло, принимает линзообразную форму, мы уже можем добавлять смело спирт, чтобы выполнить условия задачи. После добавления спирта мы можем заметить, что у нас капля начинает постепенно сжиматься, увеличивает свой радиус кривизны. Запишем же условия равновесия, которое будет проектироваться на ось Px. То есть сила поверхностного натяжения, проектирующейся на ось Х, должны быть равны. Так как у нас длина одинаковая, то можно длину сократить, и у нас получается формула сигма масла косинус угла наклона бета плюс сигма 1,2, то есть на границе масла вода косинус гамма равно сигма 2, то есть сигма воды косинус альфа. Что же такое сигма 1,2? Сигма 1,2 – это поверхностное межфазное натяжение. Поверхностное межфазное натяжение можно найти по правилу Антонова. То есть сигма 1,2 у нас равняется сигма 1 минус сигма 2. Это поверхностное межфазное натяжение равно разности поверхностных натяжений между взаимно насыщенных растворов обеих жидкостей на границе их с воздухом. Мы должны от сигмы воды 72 миллиньютона отнять сигма масла 33 миллиметра. Дальше. Вот можно увидеть нашу установку для того, чтобы мы могли продемонстрировать этот, продемонстрировать этот опыт. У нас есть тазик с водой. Туда мы капаем одну каплю масла. Ее может вода расширять. Поэтому мы должны подождать, пока у нас система придет в равновесие. Так как капля масла практически не видна на съемке, мы используем светодиодный фонарик, чтобы можно было видеть тень от этой капли. И мы снимали уже тени, которые у нас отображаются на дне нашей посуды. Дальше. Как можно заметить, после добавления спирта радиус кривизны нашей капли увеличился. Это заметно из-за того, что тень более видна. То есть на предыдущем слайде у нас тень была видна только сильно на окружности, А теперь она уже утолщилась, То есть это значит, что радиус нашей кривизны увеличился. Дальше. А теперь что же будет, если добавить каплю воды в наше масло? Во-первых, как мы знаем, плотность воды больше, чем плотность масла. То есть у нас вода практически не сможет задержаться. И к чему же мы пришли? Мы взяли тот же самый тазик, ту же самую посуду, налили туда воду и добавили соли, чтобы у нас получился соляной раствор. Дальше мы добавляем масло. И после того, как мы добавляем масло, мы уже можем по капельке добавлять воду. Мы видим, что вода у нас не тонет из-за того, что плотность соляного раствора больше,
Поэтому, ну, и поэтому у нас вода как бы задерживается в масле. После этого мы уже можем добавлять спирт и перемотать чуть. Нет, тут нет смысла перемотать. Нету. Ну, я пока буду говорить. Мы будем добавлять спирт постепенно в масло и в воду. При добавлении спирта в масло мы видим, что спирт заметно расширяется, и это обусловлено тем, что коэффициент поверхностного натяжения спирта намного, ну, является меньшим, чем коэффициент поверхностного натяжения масла. То есть, как бы, масло должно расширять спирт. Но если мы будем добавлять уже спирт в нашу воду, то мы видим, как капля воды у нас расширяется. Но сейчас мы это увидим. Вот видите, она расширилась. После этого... Тут нельзя перемотать. Но после того, как наши капли расширяются, можно увидеть, как... Вот сейчас мы это увидим. Извините, просто перемотать мы не, ну, не можем, для того, что программное обеспечение нам не позволяет. Сейчас мы будем добавлять спирт именно в каплю с водой. Вот мы видим, у нас капля с водой расширилась в нашем размере. Теперь же можно заметить, что некоторые капли начинают сжиматься. И последняя капля тоже сейчас сожмется и вовсе утонет. Вот она постепенно уменьшается в размерах и утонула. Почему же так происходит? Как я уже упоминал, мы используем соляной раствор. То есть наша капля постепенно, ну, будет как бы пропитываться этим соляным раствором, тем самым будет повышать свою плотность. А при повышении плотности она у нас будет постепенно тонуть. Из-за этого у нас радиус кривизны будет увеличиваться, и потом вовсе она будет как бы, ну, утонет на дно. То есть исчезнет с поверхности масла. Ну, так можно перейти к выводам. При добавлении спирта в масло, которое будет плавать на поверхности воды, мы можем увидеть, как радиус кривизны масла будет увеличиваться. Тем самым масло как бы будет сжиматься. Ну, мы можем сверху увидеть, как радиус будет сжиматься. То есть форма будет меняться на более выпуклую линзу. А что же будет при добавлении спирта? При добавлении спирта в воду, которая будет плавать на масле, капли с воды сначала будут увеличиться в размере, а потом будут постепенно уменьшаться. Ну, и потом его все исчезать, как я уже сказал. Но это только в нашей модели. Ваш доклад закончен? Да, мой доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Поблагодарим. Сейчас 2 минуты на уточняющие вопросы жюри. Ой, извините, еще рано для этого. На уточняющие вопросы оппонента. Пожалуйста. Вы говорили о том, что капля масла на воде в итоге становится чем-то в форме линзы. Какая именно у этой линзы форма и какие там радиусы кривизны? Хотя бы теоретически как-то оцените их, не знаю. Ну, сначала у нас была очень тоненькая как бы линзочка, у которой был радиус очень большой. После добавления спирта, как я уже говорил, у нас изменяется коэффициент поверхностного натяжения у самой воды, ну, уменьшается. И поэтому вода уже не так сильно, ну, вода, разбавленная спиртом, уже не так сильно будет разжимать нашу последнюю каплю, из-за чего она будет сжиматься. Возможно, я неправильно сформулировала свой вопрос. Пока просто масло на воде. Какая именно форма? Линзообразная. Опишите поконкретнее, там, приблизительно радиус кривизны, где больше, где меньше. Есть какие-то параметры? Ну, извините, мы не обладаем такими параметрами. Так, есть ли еще уточняющие вопросы? Пожалуйста. Вот вы все время говорите про радиус кривизны. А сколько их у вас вы считаете? Вроде бы ассистент должен молчать. Нет, так я просто спросил, выключил. Ну, ладно. Чисто технические вопросы. Ну, коэффициентов... Ой, прошу прощения, можете повторить, пожалуйста. А вы все время в своем докладе говорите про какой-то радиус кривизны. А сколько их у вас вообще? Ну, сначала у нас был один. Он был очень большой, из-за этого у нас линза была очень тонкая.
Хорошо, понятно. После этого, после добавления спирта, он же уже изменился на более мелкий. Ну, и из-за этого у нас как бы линза стала более... Так, все, время истекло. Теперь вы можете присесть, ребята, отдохнуть немножко, а оппонент в течение 2 минут готовится к выступлению. Время. Оппонент, вам предстоит выступить. Пожалуйста, к доске. Представьтесь. Сережа. Чепельди. Напишите, пожалуйста. Команда «Человеческий фактор», Чепель Дмитрий, 5 минут. Итак, добрый день, уважаемая аудитория. Я оппонент от команды «Человеческий фактор» Харьковского физико-математического лицея. Я буду оппонировать задачу номер 15 «Бульон». В первую очередь, я от лица всей команды благодарю команду докладчика за проделанную работу и предоставленный доклад. В этом докладе, в первую очередь, было качественное объяснение эффекта, и, то есть, было сказано, почему капля не тонет, и это объяснялось тем, что на нее действует сила поверхностного натяжения. Но, на наш взгляд, нам показалось, что в этой теор-модели не было также учтено действие силы Архимеда на каплю, поскольку мы знаем, чем, если у жидкости меньше плотность туда, куда мы... В общем, ее наливаем, то она будет, собственно, плавать, условия плавания тел. Также нам очень показалось хорошим то, что докладчик показал именно искривление поверхности капли именно теневым методом, то есть когда он засвечивал эти капли, и то есть там образовалась тень, значит, и меняется ее радиус кривизны. Но, на наш взгляд, показалось очень слабо понятно, вообще вот эти видео, поскольку тут вообще плавает реально какой-то бульон. То есть вот еще какие-то непонятные разводы. Вот я вижу, допустим, масло. Что вот это вот такое? Также мы еще потом хотели узнать, какое масло я использовал, но это так. Вот. Также в докладе прозвучало, что когда, если мы правильно поняли, когда, значит, капля становится меньше, то есть обретает более округлую форму, то ее радиус кривизны увеличивается. Но это не так, поскольку чем более округлая форма, то значит радиус кривизны уменьшается. Также отсутствовала
ну, уже много раз звучало и в предыдущих боях, что эксперименты, то есть когда мы что-то считаем, делаем какие-то замерения, там, строим на этом графике и смотрим, как это сходится с нашей теорией. Реально каких-то количественных измерений не было, вот, и не был дан количественный ответ на вопрос, как же у нас изменяется форма и размер капельки, ну, капли разные масла на воде спирт и воды спирт на масле. Вот. И что такое вообще в понятии докладчика форма и размер, и чем эти понятия отличаются. Также нам показалось очень неправомерным использование в эксперименте добавления соли, так как это меняет коэффициент поверхностного натяжения воды. Вот. Спасибо за внимание. Оппонирование окончено. Оппонирование окончено. Что ж, мы переходим к дискуссии между оппонентом и докладчиком в течение 3 минут. Пожалуйста. Вот, смотрите, вы сказали, ну, вы спросили у меня про разводы, которые на след придут. Да, да, конечно. Вот, ну, их можно здесь увидеть. Как я уже говорил, вода вследствие того, что у нее коэффициент поверхностного натяжения больше, чем коэффициент поверхностного натяжения масла, у нас капля масла будет разрываться. Из-за этого у нас капля масла разорвалась настолько сильно, что уже образовывались как бы в ней дырки. И потом мы ожидали, когда уже становится наконец-то равновесие. После того, как стало равновесие, у нас было на воде очень много капелек масла. Но после добавления спирта одна капля у нас удержалась, а остальные как бы начали изменять свою форму. Это ж фотография сделана просто во время сразу, после того, как мы добавили спирт. То есть другие капли у нас еще не успели войти в состояние покоя. То есть они сфотографированы в момент динамики. Они статичны. Из-за этого мы видим, что у них какие-то причудливые формы. Итак, вы спросили, какое мы используем масло. Масло было просто оливковое рафинированное. Еще вы заметили, что я говорил, что радиус кривизны увеличивается. Напротив, я говорил, что радиус кривизны уменьшается при добавлении спирта. И вы говорите, что у меня нет никаких графиков и следующего. И предыдущего. Ну, графиков, что эксперимент не выполнен. Но я не говорил, что у меня эксперимент, у меня была демонстрация. То есть по условию задачи я должен был исследовать, как меняется, ну, как объяснить поведение масла на воде при добавлении спирта. Ну и наоборот, при добавлении спирта в воду, в масле. Меня не просили никаких, как бы, экспериментальных данных. То есть я думал, что задача подразумевает собой провести демонстрацию и объяснить явление. И про соль. Вот вы упоминаете силу Архимеда, что у нас, ну, как бы, жидкости с меньшей плотностью будут плавать наверху. А как вы тогда будете капать воду в масло? Ведь вода же имеет плотность больше. Ну, да. Я не это имел в виду. Я имею в виду, что вот на вот том схематическом изображении у вас нигде не показана сила Архимеда и вообще о влиянии силы Архимеда на плавающую каплю масла не учитывается. Вот, естественно, конечно, у нас вода на поверхности масла плавает за счет силы поверхностного натяжения. Вот. Также, да, еще хотел спросить, можно вот там вот этот типа бульон этот плавает? А вот, например, вот это. Я, насколько вижу, вот тень, да, у вас, это вы масло выливали прямо из бутылки? Нет, то спирт. Я же говорю, мы сфотографировали сразу после добавления спирта. Вы добавляли в воду, да? Угу. Все хорошо. А вы, как, значит, вы выливали каплю воды на масло? Вот, смотрите. А шприцом мы... Шприцом мы добавляем. Да-да. Хорошо. А соль объясняется тем, что просто вода будет тянуть масло. Это шприц. Все, время. Время на дискуссию между оппонентом и докладчиком истекло. Уточняющие вопросы рецензента, пожалуйста. Вы изучали воздействие соли, которую вы добавляете на масло? И... Нет, так, нет. Так, есть ли еще вопросы? Больше вопросов нет, тогда минута на подготовку рецензента.
время. Рецензент, вам слово. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, я Карасева Таисия. Таисия, напишите свою фамилию, имя на доске. Так, у вас 2 минуты, пожалуйста. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить докладчика за проделанную работу и оппонента за сделанные замечания. Хотелось бы сказать, что докладчик хорошо рассмотрел силы, которые действуют на саму каплю, на поверхности и на силы, которые действуют на границу раздела фаз. И также он объяснил нам, как изменяется размер капли со временем. Однако оппонент не заметил некоторых минусов доклада. Например, нам докладчик так и не сказал, какие такие особенности капли, чем она вообще отличается от лужи и от просто там, моря, например, именно физически. И также действительно отсутствовало теоретическое объяснение увеличения изменения радиуса капли. Также оппонент не отметил, что не было исследовано поведение капель на разных по толщине слоях жидкости. Не было отмечено, что в докладе вообще не упоминалось, как температура воздействует на наш эффект. И возможно, я хочу вывести вопрос на полемику, как сделать так, чтобы капля не потонула, и как мы можем, как будет изменяться эффект в разных пропорциях жидкости вот, спирта и масла. Вот. Ну и оппонент правильно отметил, что не было каких-то количественных замерений эксперимента, однако я хочу поблагодарить докладчика за довольно наглядную демонстрацию и подтверждение своих предположений. Все, всем рецензирование окончено. С точностью до секунды, ровно 2 минуты. Замечательно. Переходим к полемике. 5 минут только команда, 5 минут только участники, и потом подключаются на 5 минут команды. Время пошло. Ну, первый же вопрос это было, чем капля отличается от лужи. Вопрос понятно, откуда взят. Ну ладно. Что же такое лужа? Лужа это как бы образование водное, которое образовывается в дырке, будь то на бульваре там или в яме у кого-то. И она как бы понятно, что отличается капля, которая может находиться в любом состоянии, даже и в жидкости, ну, и в газе. То есть лужа у нас не может находиться в каком-то, ну, на каком-то другом объекте, как не в дырке. А море это большая лужа. Ну, в принципе, можно и так сказать. Можно на замечание ответить, да? Да, действительно, оппонент, рецензент отметил то, что я забыл упомянуть, как спросить докладчика, как же может влияние концентрации спиртового раствора на данный эффект. Ну, я думал еще в полемике об этом поговорить. Вот такой простой вопрос. Значит, в условии нужно было добиться того, чтобы у нас капля плавала на масле. Я так понял, у вас только капля, солевой раствор плавал на масле? Нет. Солевой раствор имеет плотность больше. Благодаря этому у нас на солевом растворе, если мы нальем сверху масло, то вода у нас будет удерживаться над этим солевым раствором. Потому что плотность воды будет меньше. Я так понял, что чтобы у вас капелька воды на масле плавала, вы не добились. Вот, собственно, приведено видео, это плавает или потонуло где вообще? Капельки воды удерживаются на иной воде, которая находится масло. Внизу вода. Извини, пожалуйста. Внизу вода. Вот масло. Сейчас, извините. А вот капельки плавают. А как вы определили, что это они у вас именно плавают, а не... ну хорошо, вот допустим, вот поверхность солевого раствора, вот поверхность масла. Вот у вас капелька воды.
У нее меньше плотность, чем у солевого раствора, но больше, чем у масла. Вот она, и вот она вот так вот плавает, то есть даже может чуть ниже. Вот. И вот, то есть какой-то всего лишь частью на поверхности масла. Нет, ну, насколько я знаю, у воды плотность больше. Чем у масла? И чем у солевого, меньше, чем у солевого раствора? Да. Ну, вот может как раз у нас такой вариант у вас получается. Чего вы взяли, что это... Ну, вот, мне кажется, это не совсем корректный эксперимент вообще. Почему же масло сжимает каплю? Она же не расплывается у нас. А в этом-то и особенности самой капли физически, именно как капля, ее отличие от более больших объемов. Ну, да. Заметили, что у нас у лужи нету радиуса кривизны изгиба? Ну, она зависит от ямки. Хорошо. Есть, я так понимаю, у вас вот это две поверхности жидкости, масло и солевой раствор. Да, и как я уже говорил, со временем у нас будет она напитываться и вовсе потом и утонет. Ну, хорошо. Ну так, получается у вас по сути, хорошо, то есть у вас плавание капли воды на масле, это всего лишь тот момент, когда... значит, из-за диффузии у вас, значит, смешается солевой раствор с обычной водой, и просто она войдет в это. То есть, по сути, медленно она тонет. Ну, пока что мы снимаем, что она еще не утонула. Но при добавлении спирта она расплывается, и потом она медленно тонет. В принципе. Ну, плавание вообще это продолжительное достаточно, продолжительное явление. Вы уверены, что это вообще можно назвать плаванием? Ну, ну, допустим, вы плаваете в болоте. Ну, тоните. Притоните. До этого плавай. Ладно, хорошо. И еще такой вопрос. Вы говорили про уменьшение радиуса кривизны. Допустим, вот берем масло, да? Вот поверхность воды, вот у вас плавает вот масло, да, как-нибудь? Да. Какой конкретно радиус кривизны вы вообще тут берете? Вот что такое? Покажите радиус кривизны. Где... Ну, представьте, что это объемный, да? У них тут два. Верхний и нижний, да? Да. А вот этот вот. Еще ж третий есть. Пространственный. Вокруг масла. Вот так. Ну так это не тот. Мы хорошо, вы исследуете этот, да? Да. Ладно, еще у меня там был. Сейчас. Вопрос я уже забыл. Что у меня был за вопрос? А можно пока вспоминать, я тогда задам вопрос, все-таки как тогда, если мы будем наносить раствор жидкости на жидкость разных слоев, ну там возьмем сковород побольше, она больше растечется на тот же объем воды, и слой будет тоньше. Ну как при этом поменяется? Простите, я немного не понимаю. Ну, если мы возьмем тот же объем воды, но на большую площадь. Ну, собственно, мы сделаем просто там тоньше ее слой. Ну, или тоньше слой масла, в зависимости от какой. Так, ребята, подключаем команды. Если руководим? Команды хотят высказаться, пожалуйста. Так вот, я вижу там руку. Первый вопрос. Откуда, из какого источника вы взяли формулу Антонова? Ну, это было взято из инсульта. А источник какой? Не можете? Вам сайт назвать? Бегает с телефоном. И, а вот пока вы бегаете, следующий вопрос. А вот, хорошо, я подожду. Зачем? Время пролежало. Не, ну вы попросили, я напишу. Ладно, давайте так. В общем, другой вопрос. В вашей модели у вас капля удерживается на поверхности только силами Архимеда. То есть если я возьму каплю только силами поверхностного натяжения. То есть если возьму каплю побольше, скажем, ну вот я налью вот весь этот, всю эту посудину маслом, вот где-то наполовину, и налью туда каплю, ну, радиусом сантиметров 10, по вашей модели она будет держаться. То есть, ну, ее должны будут удерживать силы поверхностного натяжения. Вы считаете это адекватный результат вашей модели? Простите, почему вы постоянно упоминаете силу Архимеда? Ну, я понимаю, что она простите, есть. Я оговорился, я имел в виду силу поверхностного натяжения. Я имею в виду, что сила Архимеда никак не влияет на форму. А я оговорился. Я спросил вас про силу поверхностного натяжения. Ну, удерживает силы Архимеда, а влияет на форму силы поверхностного натяжения. Я рассматривал задачу, как изменяется форма. Я не исследовал, как она будет... В вашей же модели написано, что капля удерживается силой поверхностного натяжения. Я не говорил, что они удерживаются, они изменяют форму. Видишь, на форму влияет. Ладно, можно тогда вообще, в чем различие размера от формы? Вот там четко в условии, для капли масла на воде размер и форма, а для воды на масле только форма.
Допустим, это линза, и это линза, и это тоже линза. Но, ну, но как бы объем у них будет совершенно разный. А что, что такое форма, что такое размер? Ну вот. Вот это вы видите в вашем форму. Понимании. Ну, вы видите, вот это формы разные. Ага. А размер у них будет, допустим, ну, радиус тут может быть совершенно другой, допустим, один, чем тут он будет, допустим, 0,5. Хорошо. Все, спасибо. Тогда вот, можно, к концу уже, наверное, подходит. Последний вопрос. А если вы считаете, вот это вот, значит, плавание, вот такое вот у вас, это все-таки воды на масле, если я возьму очень тонкий слой воды, то есть у меня вот этот будет, ну, очень, ну, допустим, тонкий. И вот каплю масла, да, допустим, это большое что. Вы можете назвать это плаванием? А у вас масло точно будет так держаться? Это, ой, ну это вода, это масло. Вы путаете. А масло, вода у вас тоже точно будет так держаться? Не важно, не-не-не, это очень, это масштабировано, это очень приближенная, в общем, это очень маленькая капля и очень-очень тонкий слой. То есть, по сути, вот оно у вас, вот как-нибудь, ну, не знаю, какая у него будет форма, но вот примерно. То есть, получается, собственно, у вас примерно то же самое получается, а лишь вот это вот, ну, то есть, вот это вот, так сказать, то, на чем держится, что-то твердое. В вашем эксперименте это всего лишь является солевым раствором. Через время, можно сказать, она просто проваливается в эту поверхность. Ну, это нельзя назвать плаванием, реально. Это можно... Просто нас размеры... Да, собственно, если у вас... Можете определение, что такое плавание? Плавание — это когда что-то у нас держится, ну, какая-то жидкость держится на поверхности другой, ну, или тело, или жидкость держится на поверхности другой жидкости. Сейчас он закончит фразу. В большой промежуток времени. Не, ну, допустим, ты так, на доском можешь. Дайте сказать участнику, пожалуйста. Смотрите, можно к вам вот вопрос, так сюда? Если вы говорите о плавании, но вы капаете более тяжелую по плотности воду, более легкое масло, и хотите, чтобы они плавали. Вы сами себе подтверждаете, что да. Вы говорите, оно утонет, но оно должно плавать. Нет, оно должно, ну, чисто плавать. Вы должны провести эксперимент, в котором оно должно плавать. Например, вы говорите, что оно в любом случае утонет. Нет, я не говорю, что оно утонет. Я не говорю, что оно утонет. Я просто говорю, вы можете просто назвать это плаванием. Если оно вот держится на более плотной поверхности. Я объясню, ну, конечно же, капля маленькая капля воды может держаться на поверхности масла. И вы это говорили. Говоря про силу первостного натяжения. Так, последняя реплика вот. То есть просто, может быть, пожалуйста. У вас бы и получилось, если бы вы взяли маленькую каплю. А так это не соответствует условию задачи. Так, все. Уважаемый докладчик, вы не смогли добиться, чтобы просто вода плавала на просто масле, да? Ну, а вы смогли? Неважно. Скажите, будет, давайте так, спирт будет плавать на масле? Должен ли он плавать на масле? Своей-то плотностью 800, а когда у масла 900 с чем-то. Ну да. Теперь вы в своем эксперименте, ну, демонстрации, добавляете в плавающую каплю воды на масле спирт, и она тонет. А что с ней происходит? Она тонет со временем. А вам не кажется, что если в воде будет больше спирта, она наоборот должна, ну, больше плавать? Вот. Это ответ, как я вам уже говорил, тут солевой раствор. Он воздействует на эту каплю. Капля наливается солью, из-за этого повышается ее плотность, из-за этого она тонет. То есть ваша сила Архимеда уже ее не вытащит. Спасибо. Можно еще? Нет, уже нельзя. Извините, время не позволяет. Прошло 11 минут. Это ответ на... Все, всему свое время. Теперь не уходите. Предоставим докладчику возможность выступить с заключительным словом. Я хотел бы сказать спасибо и оппоненту, и рецензенту за то, что они подметили все мои мелкие ошибки и недочеты. Хочу сказать спасибо всем присутствующим, членам жюри и командам за то, что они здесь присутствуют. Спасибо. Уточняющие вопросы жюри, пожалуйста. Есть ли уточняющие вопросы? Вопрос докладчику. Я правильно понял? У вас такие были слова, что мы в масло добавляем спирт. В каком опыте? Во втором? Я не помню, в каком вопросе. Мне послышалось, или вы так говорили? Ну, извините, но я... Ну, может, я, конечно, просто перепутал. То есть это оговорка была?
Ну да. Понятно. Теперь второй вопрос. Вы какие там параметры ваших капель, ну, смогли померить? Ну, измерить мы ничего не смогли. А можно спросить, почему? Ну, потому что... Что вам мешало, например, там, радиус капли померить? Или высоту капли померить? Или там различия высот верхней части и нижней части? Ну, наверное, с тем, что вы хотите, допустим, чтобы я померил это сбоку. А я ничего не хочу. Допустим, чтобы померить у нас различия высот, нам нужно это мерить сбоку. Но если мы будем это мерить сбоку, то нам нужно какая-то прозрачная, как бы, посуда. Ну хорошо, а радиус? Там будет преломление. Границу с водой. Вы могли померить? Просто. Ну, ну могли бы, но... Ну, почему не померили? Из-за того, что была погрешность. Ну, мы же не можем линейку прямо приложить, мы можем только... Так. Есть ли еще вопросы у членов жюри? Пожалуйста. А можно картинку, где там про формулу Антонова? Да, вот. Нет, там где силы пальцев натяжения. Ага, вот эту. Будьте любезны, скажите, вот эти силы, что это за силы? Силы, которые растягивают каплю по оси ОХ. Откуда они? Сила, возникающая... Дальше фразу продолжать. Ну, на рисунке вы видите силу поверхностного диагонала. Сила F1. Это сила... Дальше продолжайте фразу. Это сила поверхностного, ну, натяжения, которое действует со стороны воды... Ой, простите. Ну, это, короче, это сила, с которой масло удерживает свою форму. Как? С которой масло пытается удержать свою форму. Ну, то есть один масло это удержать форму. Один это масло, два это вода, а один два это вода, ну, вода масло. Так это вниз, которая идет. Это 1-2 вот это. Ну, 1-2 это граница между водой и маслом. Ну хорошо. F вот это влево вверх. Это. Влево. Это. Ага. Это со стороны масла, которое пытается удержать ее форму. Это масло и воздух. Да. И тройка. Или двойка, кто? Двойка. Ну, так как у нас вода образует некоторые миниски с водой, ну, с маслом, вода образует миниски. Ну, вы видите, там небольшое, как бы, искривление. Нет? Нет, не верите. А как же? У воды. У воды. Иди сам покажи. Да не надо нажимать контур. Вот, видите, вода немножко извинается. Вижу, вижу. Ну, и вот на нее действует вот эта сила F2. Ясно. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще у членов жюри вопросы? Пожалуйста. Сначала докладчику. Скажите, пожалуйста, вот если капнуть капельку спирта, вот 96%, на масло, что произойдет? Мы понижаем коэффициент поверхностного натяжения у самого масла. Ну, если оно находится на воде? Нет, вот просто масло в сосуде, толстые слои, неважно. И еще капаем капельку спирта. Что будет? Ну, спирт будет плавать по маслу, и его будет... Сейчас, подождите. Его будет рассеивать. Хорошо, оппонент. Или команда оппонента. Спирт плавает на масле, не смешиваясь. Да, спирт плавает на масле, не смешиваясь. При этом ну, радиус самой капли сверху будет очень большой, так как спирт ну, легче масла, поэтому он не будет особо продавливать масло под своим весом. Хорошо, рецензент. Я? Да. Если капнуть капельку спирта на поверхность масла, что произойдет? Я считаю, что спирт он не потонет, но да, он растечется по поверхности, я поддерживаю команду оппонента. Спасибо. Так, больше вопросов нет. Поблагодарим команды за участие. Ребята, займите свои места, а жюри выставит оценки в протокол. А, собственно, это ноутбук очень нужен или для контакта жюри оставить? Наверное, не нужен. Хорошо. Просто хорошо расписать сердце. Так, оценки выставлены. Итак,
Киев, вас интересуют оценки за бой? Да, очень. Тогда, пожалуйста, потише. Итак, первая оценка докладчику, команде «Человеческий фактор». Днепр. Ой, извините, я не туда посмотрел. Да, Днепр. Команда «Днепр», доклад. 6-6-5-6-6-5. Спасибо. Вторая оценка оппоненту команде «Человеческий фактор». Оценки 7-7-7-7-9-8. Спасибо. И третья оценка рецензенту команде Украинского физмат-лицея. Оценки 7-7-6-6-8-6. Благодарю вас. Есть ли желание прокомментировать? Давайте, пожалуйста. Ну, я так понимаю, я должен свою оценку комментировать не со стороны, как другие члены жюри поставили, а с той стороны, как я первый бой отсудил, и должен равняться во втором бою на эту оценку. Так, ну, я думаю, Никита здесь был в лучшем положении, чем Алексей, докладчик. Вот. Ну, не тем даже, что он больше опытов провел, а тем, что у него задачи ему такую предложили, где, в общем-то, знаешь, школьные вещи, можно какие-то представления иметь. Поэтому он более выгодно выступал, я ему поставил не 5, как Алексей, а 6. Никите. Алексей же первым выступал. Так, что касается оппонента, ну, очень здраво и указал все детали, на которые я лично сам заметил. Вот. Я уже не мог ничего добавить в ответ оппонента, поэтому ну, что мне осталось? Ну, поставил 9 ему. Ну, а рецензент справился с своей задачей, как говорится, провести репортаж и рассказал все, как происходило, достаточно. Таисия молодец. Поэтому ей 8. Спасибо. Так, кто бы хотел еще выступить из членов жюри? Пожалуйста. Ну, у меня докладчик по одной из самых низких оценок. Ну, а почему это так? Можно понять из моих последних вопросов. Почему нельзя было померить радиус К? Ну вот радиус — это граница с водой. Линейку не приложишь, но сфотографировать-то можешь. И к фотографии приложить линейку. Ну, честно говоря, я поставил 5, потому что на всеукраинском турнире я ниже 5 дал себе за рог, ничего не стал. Спасибо. Я согласен с Александром Леонидовичем, ну вот вроде задача была, она была чуть лучше, чем предыдущая, да, сделали чуть больше, но вот это вот чуть-чуть, вот этот один балл, вот, по факту, как бы, ну, не теоретически, не экспериментально ничего не было, вот, и рецензент у меня тоже, наверное, одна из самых низких оценок, вот, ну, как бы, предыдущая рецензия была лучше, здесь по факту сама рецензия была более-менее все хорошо, все по времени, все сказала, те молодцы, те не молодцы, все, что было, вот. Ну а потом как-то вот в ходе этой полемики как-то совсем ни команда ни потом не помогла, ни сама, ну, ничего не добилась. Вот, поэтому такая. Спасибо. Реплику. Все тройки уперлись в Архимедову силу. Плотность больше, плотность меньше. Мы никогда не пытались заставить стальную иголку плавать на водичке. Плавать? А плотность стали, плотность... Еще лучше бритвенное лезвие. Так, ну что ж, может ли счетчик сообщить результаты по этой задаче? Давайте запишем. Так, здесь рецензент, здесь докладчик, здесь оппонент. Оценка за доклад, Днепр. 17-4. 17,4. Оценка за оппонирование. Человеческий фактор. 15,2. 15,2. Оценка за рецензию УФМЛ. 6,8. 6,8. Спасибо большое. Итак, сейчас 16:30. Напоминаю ребятам о тех задачах, которые вы должны сейчас продумать в качестве наиболее вам интересных для завтрашнего физбоя. Перерыв до 17:45. Отдыхаем. Давайте.